В рядах пограничной полиции стало быстро расти число заразившихся коронавирусом. Сейчас болеют 14 сотрудников, причем половина из них из Северного регионального управления. У всех COVID-19 протекает в легкой форме и лечатся они дома. В погранполиции объясняют вспышку тем, что часть сотрудников не хочет соблюдать меры индивидуальной защиты и отказывается от прививки. На данный момент уровень вакцинации среди пограничников составляет чуть меньше 45%.